Банкетный зал «Кристалл», где недавно прошла пышная свадьба депутата-коммуниста, закрыли. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное производство. Помещение и оборудование опечатали сотрудники Роспотребнадзора. В ходе обследования на данном предприятии выявлены нарушения, несоблюдение требований мер по профилактике новой коронавирусной инфекции, а также выявлены нарушения, свидетельствующие о том, что не соблюдалась технология приготовления кулинарных блюд, не в полном объеме выполнялись требования санитарных правил для предприятий общественного питания. Предприниматель получил протокол о временном запрете деятельности, а материалы дела направлены в суд Октябрьского района Улан-Удэ.